Итак, ребятки, всем доброго времени суток. Сегодня у нас 1 марта 2020 года, день недели, воскресенье, время 8 утра. Иду я за тачкой. Значит, приобрел себе новый автомобиль для оффроуда. Ребята, теперь будем снимать видео на бездорожье. Не только по трассам, но и по бездорожью. Вчера, значит, съездил, купил, приехал уже поздно вечером, съемку не вел при покупке, считал ненужным. Вот так что сейчас вот иду, она стоит у меня у родственников во дворе, к ним вчера заехал, машина там стояла, иду сейчас забираю. Для своих лет машина очень неплохо выглядит. Так как я повторил, машину для бездорожья, для оффроуда. Вот сейчас что мы делаем? Первым делом едем на мойку, моем ее. Потом едем на сервис, делаем полностью диагностику. Меня записывают ребята все, что надо купить, поменять. Сайлентблоки, рычаги, там тяги, шмаги. Вот. Масла, фильтра. На следующей неделе по приезду с работы все закупаю. Привожу им. Ну, либо они, может, сами все купят, как договоримся с ними. Может, денег им оставлю. Они, значит, к следующей неделе должны будут машину подготовить. К четвергу. К следующей неделе. И в четверг у нас... Я как раз приеду с рейса. В пятницу, наверное, у нас будет первый выезд на оффроуд. На следующей неделе будем испытывать автомобиль. Так, ребята, приехали мы на сервис, забираем машину, сейчас будем смотреть, что на днище, под днище. Итак, днище все в идеале. А есть фонарик какой-нибудь подсветить? Вообще у меня свой есть. Сайлентблоки нормальные. Так, смотри, значит, на раздатке, там вот это все, резинки, карданы. Шаровый нормально не болтается. Нормально шару. Так, верхняя. Бомба. С этой стороны. Ладушки нормально. Тоже нормально. Целый. Так, шаровые в идеале. Так. Шаровые. Шрузы нормально. Все защищены. Смотрите, все закрыты. Это уже радует. С одной и с другой стороны. Так, что у нас днище? Вот, все в идеале, дырок нет на днище. Это самое главное. Вот одна дырочка была, но она заштопана. Все усилено. Кристаллин нормально, да? Вибрация нет, а? А? Вибрация нет. Ну, что-то есть, есть где-то что-то. Но это, я думаю, от подушки, может, от вот этой вот. Нет, не может быть. Надо пошатать ее, посмотреть. Может, из-за нее. Ну, не то, что прям вибрация, но что-то как-то есть что-то. Все в масле. Так, вроде все целое. В идеале. Маны защищены. Так-то машина неплохая. Амортизатор целый? Не текут? Не масле? Не масло. Все нормально. Масло. Да, но это... Новый поставь, амортизатор. Зачем? Новый. А, стоят? Ну, их недавно ее кто-то шаманил, делал. Сказал старый хозяин, что он ее делал. Старый хозяин, да, новый купил. Штанга резина. Нормально.
Все в идеале. Да видно, новые соленблоки видно. Да, все, резинки не раздолбан, ничего, все, этот ништяк.